нагрева такого нету. Но все равно, тепловизор — это штука, которую лишний раз пригревать не надо. У нас были такие случаи, когда человек за год два раза менял по гарантии тепловизор. Мы не могли понять, что происходит, почему у него ломается. Оказалось, из-за того, что он на работе его постоянно использует, за рабочий день 8-часовой он где-то минут 30 пользуется тепловизором. Поэтому предупреждаю, сразу не стоит подряд больше 5 минут использовать тепловизор. Дайте ему отдохнуть, дайте ему остыть. Тогда у вас этот аппарат прослужит гораздо дольше.